18 декабря 2017 года, когда я отказалась приносить свои извинения премьер-министру, в тот же день в Следственном управлении КСБ возбудили уголовное дело по статье 194, то есть незаконное разглашение банковской тайны. И спустя через 2 месяца расследования сегодня дело передают в суд, и меня обвиняют по статье 194, часть 1, часть 2, о том, что я незаконно разгласила банковскую или коммерческую тайну, и туда еще добавили статью 193, первая часть. Там по ней обвиняют меня в умышленном преступлении, что я заранее с договоренности приобрела незаконным образом документ, который принадлежит ЗАО БДА банку. Сейчас, насколько мне известно, дело уже передают в суд. Обвинение будет представлять Генеральная прокуратура.